Значит, у многих, на самом деле, вообще сонливость, наоборот, развилась. Если вы посмотрите данных мобильных операторов за первые две недели, продолжительность сна, значит, москвичей увеличилась на час. Значит, но это с утра, происходит? Но стали позднее ложиться. Нет, это вот именно данные в целом. Там же можно смотреть, когда люди активны в телефоне. Да, я понимаю. И, да, и, соответственно, поэтому вычисляется математически, сколько люди спят. Люди стали в начале, по крайней мере, вот сейчас я последнюю статистику не знаю, стали спать больше. Почему? Потому что мы же с вами биороботы. Мы заводимся. Вот. Нас заводят внешние раздражители. И когда вы просто перемещаетесь, когда вы с кем-то взаимодействуете там и так далее, у вас активизируются клетки ретикулярной формации, которые отвечают за производство психической энергии. Это нормальная эволюционная задача. Когда у вас уменьшается количество этих раздражителей, у вас, естественно, уменьшается активность клеток нервных, вот, ретикулярной формации, которые отвечают за уровень психического тонуса. Вот, поэтому многие люди еще чувствуют себя немножко мухами, ударенными, значит, вот этим пыльным по голове. Вот, это не страшно. Вот, надо тоже это понимать, и нужно в этом смысле прислушиваться к собственному организму.